Всем добрый день. Сегодня 2 января. И я хочу показать, что я, для чего мне пригодился этот пенопласт, который я измельчала от покупки бытовой техники. Сейчас кто занимается, кто начинает заниматься черенкованием, либо рассадой. У меня в таких пластиковых ящиках стоят дома сухо. Для того, чтобы поддерживать влажность, стоят контейнеры с рассадой, и по стенке конденсат стекает на дно, хоть там у меня и отверстия, но все равно боковые вот эти вот стаканчики, они наполняются влагой, получается переувлажнение и загнивание корней. Поэтому я на дно насыпаю вот этот пенопласт для того, чтобы стаканчики не намокали. Можно вермикулит или либо перлит, но это стоит денег, а это бесплатно.